Глава государства принял председателя правления Евразийского банка развития. Николай Подгузов сообщил президенту, что инвестиции в экономику Казахстана второй год подряд превышают 1 миллиард долларов. Также, по его словам, доля казахстанских проектов в портфеле банка продолжает расти. По итогам прошлого года показатель составил 59%. Николай Подгузов отметил, что сумма потенциальных проектов в Казахстане, которые рассматривает банк на этот год, превышает 3,5 миллиардов долларов. Инвестиции будут вкладывать в транспортную инфраструктуру, тепловую энергетику и водные ресурсы. Глава государства подчеркнул важность инфраструктурных проектов, поддерживаемых банком в нашей стране.